Начало рабочего дня для сотрудников торгового комплекса стало трагедией. Возгорание произошло в 9 утра в одном из магазинов. Густой дым заполнил все помещения. Работники и посетители сквозь него кинулись на улицу. Все сыпалось. Ты видел, когда уже тушили, так ведь? Ну, когда еще даже не тушили, тут столько огня, столько дыма было. А, пламя было. К счастью, в пожаре пострадавших и погибших нет. Все успели покинуть павильоны до того, как начался обваливаться фасад здания. Разумеется, у каждого своя версия причины возгорания. А сигареты точно не горели, потому что продавцы все курят на улице. Наталья Соловей торговала в соседнем продуктовом магазине. Рассказывает, что огонь едва не перекинулся на их здание. Продавец уже наблюдала, как горит проводка у соседей. Говорит, о неисправности все знали. У них проводка была на втором этаже. Плафон, он уже горел перед этим, и вот он опять загорелся, и уже не могли потушить. Один раз горел, хозяину говорили, да, ну вот этот плафон, там замыкание произошло. На место оперативно приехали пожарные и приступили к тушению. Уже через час огонь локализовали на площади 1600 квадратных метров, а уже в 11 часов утра ликвидировали открытое горение. Здание очень сильно пострадало. Первый и второй этаж выгорели практически полностью. На первом выбиты стекла. Оказалось, что в таком огне сложно чему-то уцелеть, но, по крайней мере, удалось спасти два дивана и несколько тумбочек. Когда дым рассеялся, продавцы продолжили вытаскивать свои товары, но все же большая часть была уничтожена. Завтра пожарная инспекция будет выяснять, что стало причиной трагедии. Максим Шувалда, Максим Артеев, Мария Ширяева, Кубань-24, Динской район.